Друзья, всем привет! Как и обещали, вскрываем заветную баночку 62-го или 68-го года, которую упаковала упаковщица Гаврила. Ты не нашел на плей? Нажал. Хорошо. Я очень боюсь. Я забыл взять с собой защитные очки. Мы уже знаем, кто выиграл. Ой, блин, какая она. Вот раньше сталь-то делали. Вареная сгущенка. О, что это? Какой вкусный запах. Пахнет золотом, ребята. Пахнет какими-то бриллиантами. Ребята, возможно, нам не понадобится президентский 5000 помощи. По-моему, здесь бриллианты. Ребята. Артём, нафиг, выключай камеру сейчас. Прям реально пахнет. Чувствую запах, да. Я тебе говорю, выключай камеру, здесь, по-моему, деньги. Да ну, четко пахнет вкусно. Это, кажется, хлеб. Тихо. Это я получал в 90-х годах. Ух ты. Картофель сушеный 65-го года. РСФСР, брикетированный. Итак, управление консервной и крахмало-паточной промышленности Острогожский, консервный завод картофель сушеный, брикетированный, Гаврилова. 27 января 65-го все-таки года. Итак, вскрываем. О боже. Ну прорвемся мы это. Прорвем. Понюхай, ну-ка, стой. Где картошка? Стой. Пахнет, да? Это разве картошка? Да, ну, плохой не делает. Это чипсы, ребята. Да ну, дайте попробовать. Да, посмотрите. Скажи на меня. Я получил в начале 90-х годов. Да? В начале 90-х годов. Зачем ты сказал? Я сказал, что это дед водолаз мой откуда-то спер. Что это такое вообще? Пахнет. Реально хорошо пахнет. Это разве картошка? Короче, спрессованный картофель, сушеный, классный. Я думаю, что мы сейчас его заварим и съедим. И во время этой, и во время изоляции не пропадем. Мы как бы... Продаем. Классно. Спасибо большое. А, кстати, выиграл Николай Андреевич Давнюк из Дома культуры, наш ломоносовец. Потому что он морской вояка. Он все это знал. Он сразу все это увидел, прочувствовал. Потому что сам такую картошку получал. Он получает приз от Алексея Коваленко. Поздравляем очередной раз, кстати, он не первый раз уже выигрывает. Вот. Но спасибо он должен сказать вот этому человеку, который когда-либо принес. Все, всем пока. Вот вскрыли, какое-то чувство сожаления такое пришло, как бы, а что делать-то с ней вообще? Поэтому, если кому-то нужно, кто-то вдруг хочет попробовать, звоните, поделимся. Пока.